ставим руку, закидываем левую ногу на препятствие и догоняем правую. Ставим обязательно в конце правую руку. Очень важно сделать поочередную смену ног. То есть ставите руку, ставите ножницы и все, и готово. Элемент ножниц — это поочередная смена ног. Выглядит примерно вот так. Вейзи можно делать не только через широкие поверхности, но и через трубы и парапет. На равной высоте. Я сам не знаю, смогу ли, но давайте попробуем. Делать как на одну руку, так и на вторую. Вейзи можно делать и в связке. Бомбите, пытайтесь. У вас все получится, я вас верю. Все выйдет.